«Лети, мечтай, твори». В Чебоксарах прошел Всероссийский фестиваль по акробатическому рок-н-роллу. Быстрый темп, хорошая физическая форма и синхронность. Хоть они еще совсем дети, но могут дать фору любому взрослому. На фестиваль по акробатическому рок-н-роллу съехались участники не только из Чувашии, но и из Казани, Пензы, Москвы, Самарской области. Решили поучаствовать в этом году во всероссийских впервые. Детки маленькие, занимаются всего лишь третий год, но мы надеемся на успех и хорошее настроение от этих соревнований. Аэробика, акробатический рок-н-ролл, степ-аэробика и хип-хоп. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах. Причем выступали как юные спортсмены, так и взрослые. Очень приятно, что такое большое количество участников. Сейчас Министерство спорта реализует проект «Спорт. Норма жизни». Одна из основных задач – это выйти на 55% систематически занимающихся спортом. Что это даст? Это даст здоровую нацию, здоровое население. Дети меньше будут болеть. Что касается судейства, то жюри обращали внимание на два критерия – техническую и артистичную стороны выступлений. И то, и другое – важные составляющие фитнес-аэробики. В один день параллельно прошло 6 соревнований по фитнес-аэробике и акробатическому рок-н-роллу. Всего на сцену вышли более 800 спортсменов. Во многих номинациях лучшими стали команды из Чувашии. Впереди у нас чемпионат и первенство. Очень главное соревнование Европы. Европа у нас будет в Кракове. Город Краков, Польша. Это была команда «Малышки» с чемпионата и первенства России. Также мы подтверждаем кандидат мастера спорта России, команда «Грация». Выезжаем 24 апреля в Челябинск. Фитнес-аэробика – популярное направление в Чувашии. Им занимаются более 7 тысяч спортсменов. Юлия Важенина, Виктор Степанов, «Республика».